Спасибо, дорогие друзья. Спасибо, что в этот морозный московский вечер вы собрались здесь, в центре столицы. Спасибо вам большое за поддержку. Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня собрался в Москве, и к нашим сторонникам на всей территории нашей огромной страны. Спасибо вам большое за результат. Я вижу в этом... Да, да, точно. Вы наша общая команда. Я член вашей команды. И все, кто сегодня голосовал, это наша большая общенациональная команда. Я вижу в этом как минимум признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях. Вижу в этом доверие и надежду. Надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно и еще более результативно. Спасибо, что у нас такая мощная, многомиллионная команда. Нас ждет успех! Да! Очень важно сохранить это единство, дорогие мои. Очень важно привлечь на свою сторону и тех, кто мог голосовать из-за других кандидатов. Нам это единство нужно для того, чтобы двигаться вперед. Мы будем думать о будущем нашей великой Родины, о будущем наших детей. И действуя так, мы, безусловно, обречены на успех. Да? Спасибо вам большое. Вместе возьмемся за большую масштабную работу во имя России. Спасибо. Спасибо. Россия! Россия!